Всем привет. 23 ноября, 14:40 уже. Солнышко садится. Вот сколько есть свободного времени, столько и посвятим грибалочке. Катя нашла гиграфоры. Привет. Также и я нашел здесь. Полюбились нам эти грибочки. Нашел тоже? Да, сегодня чувствую, будет картошечка с грибочками. Ты видишь, они в молодом. Да, мы уже прошли там старый сосняк и ничего не нашли. А вот зашли в молоденький. И пожалуйста. Были у нас уже и морозы здесь, в Новомосковском районе Днепропетровской области. Такие по минус 6. И долго были. Не только по ночам, и днем тоже. Но как только пришла оттепель, вот появились. Этот участок леса, в котором мы сейчас находимся, можно назвать плешивым, потому как он такими кусочками. Вот. И часто встречаются пустые места, там где ничего не растет из деревьев. Так вот, в одном из островков, в котором мы сейчас находимся, и нашли мы гиграфорчики. А во многих были, и там не было. Видите, множество полянок и кусочками, участочками растут деревья. Тоже бывает, сливаются они с покровом лесным, потому как имеют цвет иголочек опавших. Вот уже выходим на очередную плешь лесную. Недавно услышал, что каждый человек должен в своей жизни прочитать Библию, книгу книг. Там, где Бог поясняет Моисею, что есть чистое, что есть нечистое, как поступать с тем или иным заболевшим. Возможно, его нужно оградить от других людей, дабы он не распространял болячку. Представлены такие примеры, когда приходит к священнику человек, у него вылезли волосы на голове, то он плешивый, но он чистый, его можно не заключать отдельно от других. Или же приходит человек к священнику, у него вылезли волосы спереди, то это лысый, но он чист. Я посмотрел в зеркало и понял, что я лысый, но чистый. Вот серенькие грибочки. Ну это же наши гиграфорчики. Целое семейство из 4 плодовых тел. Кать, скажи, если бы мой волосяной покров на голове в день нашего знакомства был таким, как сейчас, ты бы со мной стала встречаться? Я же не смотрела на твой волосяной покров. Смотри. А куда ты смотрела? Интересно знать. На общую совокупность факторов. Не только на волосяной покров. Это не мешает никому. Есть он или нет. Я тут столько накрошила. Жалко, что они маленькие. Маленькие все. Ну видно, что кто-то здесь прошелся. Вот часто попадаются кропочки. Мы решили с Катей, что нужно это место запомнить.
смотри какой. Давай его возьмем, чтобы он не мерз тут. Да ты думаешь, ему тут плохо? Ты посмотри, он даже блестит. Угу, я тоже это заметил. Блестят от счастья. Так вот, на вот таких плешах не встречаются, а там, где есть волосяной покров в виде вот этих сосенок маленьких, как раз там они и растут. Бывают и крупненькие экземплярчики попадаются. Как вы можете видеть, уже темнеет. И в нас борются два чувства. Это страх, как мы будем возвращаться к машине, когда совсем стемнеет. И азарт. Ведь мы нашли гигрофоровое место. Вот они, крохи. Да, некоторые представители гигрофоров прям такие черные сверху. Вот они не все одинаковые, как по цвету, так и по форме. Отличительной чертой служат вот эти вот пластинки, нисходящие к ножке. Посмотрите на эти с ямочкой посерединке на шляпке. И, допустим, вот этот совсем другой. Но это тоже гигрофорчик. Или вот, например, вообще какой-то серенький. Обратите внимание на вот этот экземплярчик, который желтоватый. У нас был уже почти черный, серый и желтоватый. Один не похож на другого. О, мало того, что день короткий, еще и тучи. В общем, нужно в самую гущу лезть, потому как были мы на свободных местах, неоднократно думали, что там так легко их собирать. И только здесь, там, где густая растительность, мы находим. Только ничего не видно. Ну, ничего не видно, но если присматриваться, можно рассмотреть. Здесь их большое множество, мелких, но много. Можно сказать, что сегодня мы решили нагулять в лесу аппетит и просто отужинать грибами, и все у нас получилось. И на все про все мы потратили часика два. Наверное, это моя судьба — грибалить в дебрях. Он кто-то резал. Вот наконец-то достойные экземпляры моего внимания, а также вашего. Посмотрите, это я считаю крупняками. А ты говорила зрителям, что сейчас 2 градуса тепла? Ну как тепла? Я бы сказал, 2 градуса холода, но не мороза. Плюса. Угу. Прохладно, а сейчас становится чувствительно холоднее с заходом солнышка. Вот свободные места, там, где ничего не находится. А вот густительность. Так Катя называет густую растительность.
именно туда мы сейчас будем опять нырять. Здесь, конечно же, уже темнее, чем на открытом участке. И только лишь по сверкающей шляпке мы определяем гигрофорчики. Да, вот мы обратили внимание, может быть, и вам будет видно, как там просто костром горит солнце на закате. А здесь такими маленькими кокулечками растут гигрофорчики. Мы традиционно собираем все грибы в их наименьшем масштабе, в миниатюре. Если помните, очень мелкими подосиновиками мы забивали корзинки в этом году. Космонавтиками. Везет нам на мелочь. Но мы не ропщим, потому как мелочи достаточно, чтобы было из чего приготовить ужин. Иду. Хорошо, что ты в красном пуховике. Я бы тебя в этой густительности не нашел бы. О. Ты смотри, успели еще и подлохматиться. Вот же, Катя. Я еще не смотрела. Ой. Угу. Пора. О! Сирушка. Именно так я называю лиц женского пола, которые очень чего-то боятся, ну, например, змей. Рядовка серая. В общем, друзья, уже замерзшие руки устали колупать. Фраголинчики, хотел опять их назвать, гигрофорчики. Направляемся мы к автомобилю. Спасибо вам, что провели это короткое время вместе с нами, погребалили. А приготовление этих чудных грибочков вы можете посмотреть у Катюши на канале. Это видео совсем-совсем скоро выйдет. Да. Подписывайтесь на канал. Не только Дима, но и мой. Смотри, какие жирненькие. Да, масненькие. Толстоногие. Ага. Эти более яркие. Угу. Вечерний макияж. А впереди нас ждут еще совместные зимние грибалки. Будем с вами собирать зимний опенок, фламулину. Возможно, поохотимся на вешенку. В общем, а все те грибочки, которые растут зимой. Желаем вам хорошего настроения и до новых встреч. Всем пока. Пока. И такой неплохой, я считаю, результат за 2 часа, можно сказать, зимней грибалки.